Поликлиника номер 9 будет введена в эксплуатацию на год раньше установленного срока. Работы в стадии завершения. Сделана кровля, штукатурены потолки и стены на всех трех этажах. Выполнен монтаж систем канализации, холодного и горячего водоснабжения. На первом этаже расположится регистратура, кабинет флюорографии и кабинеты приема инвалидов. На втором этаже по плану будут принимать врачи-специалисты. На третьем разместятся терапевты. Поликлиника номер 9 будет обслуживать 15,5 тысяч жителей микрорайонов Сортировка и Афанасова. Строительство поликлиники на 900 квадратных метров началось в 2011 году. Напомним, лечебное учреждение является частью многоквартирного дома. Работы ведутся действительно интенсивно. Я думаю, что основная работа будет закончена к концу лета. И уже в этом году первых посетителей поликлиника обязательно примет. Тем более, что здесь идет совместная работа с правительством Ивановской области. И уже заказано и оборудование для данной поликлиники.